сегодня вяжем шапочку чепчик. Шапочка теплая, двойная, зимняя. Внутренняя часть вяжется лицевой гладью. Внешняя часть вяжется узором кольчуга и узором рис. Связана шапочка для мальчика 9 месяцев. Заднюю часть шапочки я выполнила чуть длиннее, чем переднюю, для того, чтобы был хороший переход между головкой и свитером, то есть чтобы шея не была голая. Петли набирать буду с помощью дополнительной нити и крючка. Итак, на дополнительную нить будем набирать петли. Делаем первую воздушную петельку, так как мы это делаем при вязании крючком. Затем берем одну спицу и ставим ее на нить, но под крючок. То есть спица находится между нитью и крючком. Крючком подхватываем рабочую нить и вяжем воздушную петлю. Таким образом мы получили одну петлю на спице. Далее нить переводим за спицу. Снова крючком подхватываем нить, вяжем воздушную петлю. Получили 2 петли на спицах, нить переводим за спицу. И вот эти действия повторяем. Одна воздушная петля, нить перевести за спицу. Одна воздушная петля, переводим нить за спицу. Таким образом мы набираем наше количество петель. У меня это 72 петли. Подхватываю ниточку, вот это моя 71 петля, нить за работой. А 72 петля — это петля, которая на крючке. Ее просто одеваем на левую спицу. И таким образом я набрала свои 72 петли. Теперь берем нашу рабочую ниточку и ней начинаем вязание. Вязать я буду просто лицевой гладью, так как это подкладка шапочки. То есть все петли просто с лицевой стороны буду провязывать лицевыми петлями. Вторую петлю я провяжу нитью 2 сложения. Вот, вот эти 2 нити. Это для того, чтобы закрепить ниточку. Далее один конец оставляю. Изделки петельки продолжаю вязать с одной нитью. То есть это лицевая сторона. И для лицевой стороны лицевая гладь — это просто лицевые петли. Ряд довязываю лицевыми, где последняя — это кромочная петля. Ее провязываем изнаночной петлей. Вот первый ряд лицевой глади с лицевой стороны. Поворачиваем с изнаночной стороны, кромочную петлю снимаем и все петли провязываем изнаночными петлями. Так как лицевая гладь с изнаночной стороны вяжется изнаночными. И так вяжем изнаночными до конца ряда. Кромочная петля также изнаночная. Лицевой гладью по высоте я провязала 12 см. По ширине у меня получилось 35 см. Размеры вот этого прямоугольника для других размеров шапочки написаны на экране. Переходим к вязанию затылочной части. Чтобы связать затылочную часть, вот эти все петли делим на 3 части. У меня 72 петли, значит по 24 петли. Я беру маркер и отсчитываю 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 петли. И ставлю здесь маркер. То же самое делаю с другой стороны. Итак, у нас работа разделена на 3 части. Начинаем вязание затылочную часть. Для этого мне нужно провязать лицевыми петлями до второго маркера. Маркер просто переснимаем. И петли между двумя маркерами также провязываем лицевыми петлями. Переснимаю второй маркер. После маркера делаю убавление. Убавление 2 петель с наклоном влево. Для этого первую петлю снять, вторую провязать лицевой, затем снятую перекидываем через провязанную петлю. Теперь поворачиваем работу в изнаночную сторону. Вот этот ряд не довязывать. Петлю, вот это убавление, мы снимаем, нить туго стягиваем. Маркер возвращаем, переснимаем обратно. Затем вяжем изнаночными петлями до второго маркера.
Отрезала петли перед маркером. Маркер переснимаем. И следующие две петли провязываем как две петли вместе изнаночной петлей. Снова поворачиваем работу в лицевую сторону. Ряд не довязываем. Петельку снимаем. Нить туго стягиваем. Переснимаем маркер. И вяжем лицевыми петлями до маркера. То есть снова что сделать после маркера убавления. То есть вот это количество петель между маркерами, это у нас 24 петли, оно не меняется. Маркер переснять, затем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Петлю первую снять, вторую провязываем лицевой, затем снятую накидываем на провязанную. Поворачиваем работу, туго стягиваем ниточку и продолжаем вязать. Снимаем петлю. Переснимаем маркер и вяжем изнаночными до следующего маркера. Таким образом мы продолжаем убавлять петли, чтобы убавить с каждой стороны все петли. Пересняли маркер и провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Таким образом, убавляем петли справа и слева от центральных 24 петель, пока не убавим по 10 петель с каждой стороны. Убавлено у меня по 10 петель справа и слева. Линии убавления теперь хорошо видно, поэтому я сняла маркеры. Справа и слева у меня осталось по 14 петель. Теперь я убавление буду делать не только по сторонам, но и на центральном полотне. Итак, как это делается? Первую петлю снимаем, как раньше, вяжем 2 лицевые петли, затем делаем убавление с наклоном влево. Для этого петельку снимаем, вторую провязываем лицевой, снятую перекидываем через провязанную. Вяжем лицевыми до последних 4 петель перед линией следующего убавления. Вот линия убавления, 4 петли перед ней. 2 первые петли провязываем как 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем 2 лицевые петли и убавление боковой стороны. Петельку снимаем, вторую провязываем лицевой, снятую перекидываем через провязанную. Поворачиваем работу. Снимаем петлю. И вяжем изнаночными петлями до линии убавления. Во втором ряду с изнаночной стороны мы выполняем только боковое убавление. И петля убавления ее провязываем со следующей петлей вместе изнаночной петлей. Поворачиваем работу. Вот таким образом я сделала центральное убавление. Вот одна петля убавлена и вторая. Такое убавление мы делаем в каждом четвертом ряду. То есть получается, что делаем в каждом втором лицевом ряду. То есть предыдущий лицевой ряд мы убавление делали. Вот этот лицевой ряд мы вяжем как раньше. Убавления не делаем. Снимаем петлю, стягиваем ниточку и вяжем лицевыми петлями до петли убавления. Петли убавления за следующей петлей провязываем как 2 вместе лицевой с наклоном влево. Поворачиваем работу. Изнаночная сторона как ранее. Снимаем, стягиваем ниточку. Вяжем изнаночными петлями до петли убавления. Две вместе изнаночные в конце. Поворачиваем. Снова в предыдущем лицевом ряду убавления центрального не делали, в этом ряду делаем. Снимаем петлю, стягиваем нитку, вяжем 2 лицевые петли, затем убавление с наклоном влево. Сняли петлю, 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. Вяжем лицевыми до последних 4 петель перед линией следующего убавления.
2, 4, еще одну провязываем, затем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые и боковое убавление, сняли петлю, 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. Продолжайте таким образом убавлять петли справа и слева в каждом ряду, получается в конце ряда 1 петлю, и вот это те петли над центральными петлями в каждом четвертом ряду, пока все боковые петли не будут убавлены. Когда затылочная часть полностью провязана, у нас остается 12 петель на спицах. И вот как выглядит сама затылочная часть. Вот, видите, убавление и боковые убавления. Вот эти петли теперь просто снимите на дополнительную спицу или на нить. И делаем примерку. Теперь берем спицы чуть-чуть меньше, 3,5 мм. И начинаем вот этот край обвязывать. У нас здесь была дополнительная нить, мы ее распускаем. А ее петельки будем подхватывать на спицу. Вот первая петля. И сразу все остальные. Вторая, третья. И так далее. Ниточку распускаем, петельку подхватили. И так все петельки перенести на спицу. Теперь, когда все петли на спицах, берем конец нити и начинаем вязать резиночку. У меня здесь 72 петли. Я хочу начать и закончить с одной изнаночной петли, поэтому я одну петлю по центру убавлю. Итак, конец сложу пополам. Первая у меня кромочная петля, но все равно я ее провязываю. Далее нить перед вязанием. Вяжу 1 изнаночная петля из 2 нитей, чтобы зафиксировать конец. И 1 лицевая петля. Снова 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля. Я перенесла петли на спицу так, чтобы у меня правые стенки все очутились сзади. Поэтому первый ряд мне приходится вязать за заднюю стенку. Вот если расправить петлю, вот эта правая стенка, за нее всегда нужно провязывать. Вот это левая. Если провяжете за левую, будет скрещенная петля. Поэтому провязываем всегда за правую. Сейчас она у меня сзади, поэтому я первый ряд вяжу за заднюю стенку. Вот мой центр вязания. Это 36 и 37 петли. Я вот так поверну правыми стенками ко мне и провяжу их как 2 вместе изнаночные. Так как у меня следующая должна быть изнаночная петля. Вот мы петлю убавили. Теперь у нас 71 петля на спицах. И заканчиваю ряд резинкой. Довязываем лицевая, изнаночная, лицевая. Заканчиваем изнаночной и кромочной. Также изнаночная петля. Вот у нас получили мы резиночку. Поворачиваем работу и продолжаем вязать резинкой. То есть во втором ряду, это изнаночная сторона, снимаем кромочную петлю, стягиваем тугую ниточку. И вяжем. Первая у нас лицевая петля, затем 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так продолжаем вязать резинкой примерно хотя бы 3 сантиметра в высоту. Провязала я резинкой 3 сантиметра, и это у меня получилось 9 рядов. Далее я буду вязать наоборот. Те петли, что были у меня резинкой лицевыми, будем провязывать изнаночными. Вот первая лицевая, провязываем ее изнаночной петлей. А та, что была изнаночной, провязываем лицевой. То есть просто поменяем резинку наоборот. С помощью этой маленькой хитрости мы получим очень красивый отворот. Довязываю ряд изнаночная и кромочная также изнаночной петлей. Это, кстати, у меня была изнаночная сторона. Теперь с лицевой стороны у нас резинка будет начинаться после кромочной с одной лицевой петли. Далее продолжаю вязать резинкой. То есть уже, вот видите, лицевая петля начинаем. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. Снова вяжем резинкой 3 сантиметра.
Я провязала пока 8 рядов, одновременно в 9 ряду я буду выполнять прибавление. Прибавление нам нужно для того, чтобы когда мы перейдем на основной узор, у нас полотно не стянулось. Прибавить я должна вдоль полотна 8 петель. Если у меня 71 петля на спицах, значит я должна прибавлять примерно через каждую 7 петлю. Итак, кромочную снять. Это первая петля. Вяжем первая изнаночная, изнаночная вторая петля. Лицевая это 3, изнаночная 4, лицевая 5, изнаночная 6, лицевая 7. 7 петель привязали, делаем накид. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и теперь 8. Так мы чередуем 7 и 8 петель. Делаем накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем накид. Продолжаем вязать. Прибавлять петли можно только через накид. Если вы будете прибавлять петли из протяжки, у вас нарушится узор резинки. Прибавили 8 петель. Теперь переходим на большие спицы. То есть меньшие спицы я окручиваю. Большие закручиваю, вы просто берите другие спицы, если у вас такой возможности нету. И начинаем вязание основного узора. Основной узор это наш узор кольчуга. Итак, у нас нечетное количество петель, это важно. Первый ряд у нас с лицевой стороны, кромочную снимаем. И в первом ряду все петли провязываем лицевыми петлями. Давайте довяжем до нашего накида. Вот петля с накидом, ее лучше провязать лицевой за заднюю стенку, чтобы получить скрещенную петлю и не было отверстия. Итак, мы вяжем лицевыми до конца ряда, где накиды провязываем лицевыми обязательно за заднюю стенку. Вот снова накид, лицевая за заднюю стенку. И так далее. Вязываю лицевой и кромка, конечно, изнаночной петлей. Первый ряд готовый узора – это лицевая сторона. Поворачиваем изнаночная сторона. Вторую спицу нам тоже нужно поменять на спицы 4 и 5. Второй ряд – это изнаночная сторона. Кромочную петлю снимаем. Начинаем вязать раппорт. Нить находится за вязанием. Ниточку первую туго стягиваем. И следующую также снимаем не провязанной. Затем вяжем одну лицевую петлю. Повторяем нить за вязанием, снимаем петлю не провязанной и одна лицевая петля. Нить за вязанием сняли петлю, одна лицевая. Стараемся вот этот второй ряд довольно туго вязать. Это нам нужно для того, чтобы ровные получились протяжки. За вязанием нить сняли петлю, одна лицевая. За вязанием нить сняли петлю, одна лицевая. Снимаем петлю, нить за работой 1 лицевая, 2 петли остаются на спицах, это нить за работой, снимаем петлю и кромку провязываем изнанкой. Готовим второй ряд, это изнаночная сторона. Поворачиваем работу, с лицевой стороны мы получили вот такие протяжки, сейчас их будет более видно, когда мы провяжем еще несколько рядов. Итак, третий ряд, лицевая сторона, кромочную снимаем, тягиваем туго ниточку, все петли провязываем снова лицевыми петлями. Каждую петельку провязываем лицевой петлей до конца ряда. Довязываем третий ряд лицевыми и кромку и изнаночной петлей. Готовый третий ряд, лицевая сторона вязания. Поворачиваем четвертый ряд. Четвертый ряд будем по симметрии смещать петли. Если во втором ряду мы начинали с кромочной, затем снять петлю с нитью за вязанием, так теперь мы начинаем из одной лицевой петли. Затем нить за работой и снимаем петлю. Это раппорт, 1 лицевая, нить за вязанием снять петлю, 1 лицевая, нить за вязанием снять петлю, лицевая, снимаем петлю с нити за вязанием. Таким образом мы вяжем до последних 2 петель. 1 лицевая, нить за работой, снимаем петлю, 2 петли остается, это предпоследняя лицевая,
а кромка изнаночной петлей. Это четвертый ряд изнаночной стороны вязания. С лицевой стороны вот мы видим полный наш апорт. Далее с 1 по 4 ряды мы должны повторять. Повторяем высоту чуть выше, чем вот эту лицевую гладь мы вязали. Это у меня чуть больше 12 сантиметров. Итак, пятый ряд вяжу как первый, сняла петлю. Все петли провязываю лицевыми петлями. Узором кольчуга я провязала чуть-чуть больше 12 сантиметров. В следующем ряду мы будем убавлять петли для затылочной части. На полотне лицевой глади у нас было 72 петли. Здесь у нас 79 петель. Мы убавим 7 петель равномерно вдоль ряда, чтобы также получить 72 петли. Здесь у меня ряд с лицевой стороны. Вязать его нужно лицевыми петлями. Итак, чтобы убавить 7 петель вдоль ряда, мы должны каждую 8 и 9 петли провязывать вместе лицевой. Кромку снимаем, вяжем 1, то есть получается это вторая уже петля, 2, это 3, это 4, 5, 6, 7, вот она 8, 9, 8 и 9 петля, провязываем их вместе лицевой петлей. Это первое убавление. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 назад, 8, 9 провязываем вместе лицевой петлей. Это второе убавление. Это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 провязываем вместе лицевой петлей. Это третье убавление. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 провязываем вместе лицевой петлей. Четвертое убавление. И так до конца ряда убавьте равномерно 7 петель. Здесь пару петель лишних осталось, так что лучше все-таки чередовать 8, 9 и 9, 10 петли. Итак, убавила 72 петли на спицах, поворачиваем. С изнаночной стороны вяжем ряд изнаночными петлями. Для перехода к затылочной части нам нужно провязать вот эти два ряда. То есть кромочку сняла и все петли провязываю изнаночными петлями. И так далее. Получается, мы здесь получили два ряда лицевой глади. Итак, в следующем ряду мы должны дойти до вот этих центральных петель. Поэтому я вяжу 24 петли лицевые. Точнее, одна кромочная и 23 лицевые. Это первая петля. Это вторая. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Есть, довязала до центральных петель. И здесь ставим маркер. Центральные петли. Центральные петли я решила вязать узором рис. Итак, рисовый узор. Давайте начнем с одной изнаночной петли, чтобы мы действительно видели, что это рисовый узор. Одна изнаночная, одна лицевая. Одна изнаночная, одна лицевая. Центральные 24 петли мы вяжем рисовым узором. В первом ряду рисового узора чередование одной лицевой и одной изнаночной петель. Итак, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Проверим, у нас здесь должно остаться 24 петли. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 4.
Есть. Здесь мы можем ставить маркер, можем его не ставить, так как сразу здесь линия убавления начнется. И делаем убавление с наклоном влево. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой, снятую петлю перекидываем через провязанную петлю. Убавление с наклоном влево, поворачиваем вязание. С изнаночной стороны снимаем петлю, стягиваем ниточку, переснимаем маркер, вяжем узором рис. Изнаночная первая петля, мы ее провязываем лицевой, лицевую провязываем изнаночной, то есть все петли наоборот, изнаночная лицевой, лицевую изнаночная, чередуем, одна лицевая, одна изнаночная до маркера. Заметьте, я размер спиц не меняла, для того, чтобы вот эта часть была чуть-чуть больше, чем наша внутренняя часть. Но вяжу так же плотно, как ранее вязала основной наш узор, узор кольчугу. Итак, одна лицевая, последняя у нас одна изнаночная. Переснимаем маркер и две петли вместе изнаночной петлей. То есть фактически вот это убавление справа и слева мы делаем так же, как делали убавление раньше. Убавить справа и слева нам нужно по 10 петель. С лицевой стороны снова снимаем первую петлю, переснимаем маркер, вяжем узором рис до маркера. Это одна изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Маркер переснимаем и снять петлю, одна лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. Поворачиваем в изнаночную сторону и вяжем то же самое для изнаночной стороны. Таким образом, справа и слева убавьте по 10 петель. Затем мы снова приступим к убавлению над центральными петлями. Я убавила справа и слева по 10 петель, осталось по 14. Итак, делаем убавление над центральными петлями. Вяжем первый ряд с убавлением. Снимаем первую петлю, сразу делаем центральное убавление. У нас лицевая петля, поэтому провязываем 2 вместе лицевой. Далее вяжем петли по рисунку. Это одна изнаночная, одна лицевая. До последних 2 петель перед линией убавления. Вот линия убавления, последние 2 петли. Последняя у нас провязана лицевая, поэтому 2 петли провязываем как 2 вместе изнаночной петлей. То есть фактически рисунок жемчужный мы сохранили. И убавление, снять петлю, 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. Таким образом, на центральной части с каждой стороны мы убавили по 1 петли. Вот это убавление повторять в каждом 4 ряду. То есть 3 ряда мы вяжем без убавления. Это первый ряд с изнаночной стороны, затем ряд с лицевой стороны и снова ряд с изнаночной стороны. Вот ряд с изнаночной стороны. И боковое убавление в конце ряда. Поворачиваем ряд с лицевой стороны. Второй. Мы его также делаем без убавления центрального. И в конце ряда боковое убавление. И третий ряд с изнаночной стороны. И здесь также выполнили убавление. В следующем лицевом ряду выполняем убавление над центральными петлями. Первую петлю снимаем. Итак, у нас первая изнаночная петля, поэтому провязываем в начале ряда 2 вместе изнаночной петлей. Вяжем по рисунку 1 лицевая, 1 изнаночная до последних 2 петель перед линией убавления. Последняя у меня изнаночная петля, поэтому эти 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. И петля боковая убавление. Снять петлю, 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную.
Продолжаем вязать в каждом ряду вот боковое убавление в конце ряда и в каждом четвертом ряду центральное убавление, пока все боковые петли не будут убавлены. Закончила я выполнять убавление. У меня на спицах также осталось 12 петель, как и в предыдущем варианте. Теперь сложила шапочку в 2, то есть так, как она должна быть, лицевой гладь вовнутрь. И маркерами я разделила вот это полотно на 3 части. 1, 2, 3. Вот так. Далее буду вязать вот эту нижнюю сторону. Спицы беру уже 3,5 мм. Теперь мне нужно от вот этих петель до маркера поднять петли. Поднимать петли буду с помощью крючка. Итак, крючком подхватываю крайнюю арку первой кромочной петли одного полотна и крайнюю арку кромочной петли второго полотна, подхватываю ниточку и вывожу новую петлю, одеваю ее на спицу. Это первая петля. Снова 1, 2, подхватила ниточку, вывела. Это вторая петля. Это третья петля. Четвертая петля. Это пятая петля. Шестая петля. Седьмая петля. И смотрим, будет у меня восьмая или нет. Можно сделать еще одну восьмую петлю. Маркер уже можно снять. И восьмая. То есть получилось у меня 8 петель. Значит, с другой стороны также мне потом требуется будет 8 петель подобрать. Итак, петли подобраны. Теперь берем спицы 3,75 мм и начинаю вязание узором рис. Одну петлю снимаем, туго стягиваем ниточку, это чтобы мягкий был далее переход. Вяжу 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля. Эти петли, чтобы они не мешали. Снова 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, еще 1 лицевая петля. Далее мне нужно вот эти петли с двух спиц провязывать вместе. Итак, одну петлю со второй спицы перевожу на первую спицу. Последняя была лицевая, значит, теперь вяжу 2 вместе изнаночной петлей. Снова 1 петлю со второй спицы перевожу на первую спицу. Теперь у меня 2 вместе лицевой петлей. Смотрим, сразу у нас здесь 1 изнаночная, то есть рисунок сохранился. Спицу, петлю со второй спицы перевожу на первую спицу. Снова 2 вместе изнаночной петлей. Петлю со второй спицы перевожу на первую спицу. 2 вместе лицевой петлей. И так мне нужно провязать все петли вот эти вместе. Последнюю петлю переносим. Здесь у меня ее край нити, его стягиваем. И провязываем 2 вместе лицевой петлей. Вот этот край нити нужно спрятать, а лучше всего сначала зафиксировать. Теперь нам нужно поднять петли между полотном и вот этим маркером. Также 8 петель. Вводим крючок в первую стенку, затем во вторую стенку. Я подхватываю 2 ниточки, чтобы закрепить одну нить. И ее прячу вовнутрь шапочки. Следующая петля. 1 стенка. 2 стенка. Сначала наберу на крючок, затем уже буду их переносить на спицы. 1 стенка, 2 стенка, это 3. 1 стенка, 2 стенка, это 4. 1 стенка, 2 стенка, это 5.
6. Раз стенка, вторая стенка. Это 7. И забираем маркер. Раз стенка, два стенка. Это 8. Вот они, 8 петель. Я их переношу на спицу. Готово. Теперь поворачиваем работу. Проверяем, у нас последняя лицевая, значит, это изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть с этой стороны вот это должна быть лицевой, и мы провязывать ее должны изнаночной. Итак, повернули и вяжем снова. Снимаем кромку, снимаем первую петлю. И как мы пересчитали, одна изнаночная, одна лицевая петля. Одна изнаночная, одна лицевая петля, изнанка, лицевая петля, изнаночная, лицевая петля. И сами петли изнаночная, лицевая, то есть рисунок наш сохранился. Изнаночная над лицевой, лицевая над изнаночной. Итак, я довязываю узором лист все петли. Вязание теперь поворачиваем и поднимаем петли от полотна до вот этого второго маркера. Раз арка, два арка, подхватили петлю и одели ее на спицу. Это один. Это два. И так далее, поднять петли от полотна до маркера. Я снова подняла 8 петель, маркер снимаю и вяжу снова петли по рисунку. Первую петлю снимаю, туго стягиваю ниточку. У меня по рисунку снова начинаем с одной лицевой петли, затем одна изнаночная петля. Одна лицевая петля, одна изнаночная, лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная. Вот мы перешли уже на те петли, которые мы провязывали, то есть полностью видим, что рисуночек нужно сохранять. Лицевые над изнаночными, изнаночными над лицевыми. Довязываем до конца, поднимаем здесь 8 петель, довязываем снова до сюда до конца и здесь 8 петель. И так в другую сторону, чтобы все петли вот были на спице. То есть полностью поднять петли на всем полотне. И последний набор петель от полотна до края. Тоже крючок в одну, в другую арку, подхватить ниточку. Кромочных петель от лицевой глади меньше, чем кромочных петель от нашего основного узора. Поэтому я несколько вот этих петель основного узора просто пропускаю, а ориентируюсь именно на лицевую гладь. Вот сейчас пропустим, следующую подхватим. Это уже 3. Вот здесь 4. Пять. Снова я одну пропущу, следующую 6. Семь. Последние вот петельки 8. И вот у нас идет вот этот наш зубчик. Из зубчика 9-ю последнюю петлю. Вяжу петли по рисунку. Теперь без кромочных, с первой петли я сразу провязываю 1 лицевая и 2 изнаночная петля. Лицевая петля, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая,
изнаночная, лицевая и наш уже рисунок. Здесь была лицевая, а не изнаночная, это изнаночная, лицевая. Итак, по рисунку вяжу до конца и набираю с другой стороны также 8 петель плюс 1 плюс 9 петля. Сейчас я получила на спицах 62 петли. Теперь мне нужно сразу же набрать петли для завязок. Вот конец нити от второго моточка у меня слишком маленький, я его уже оставляю. Набирать петли буду уже следующим мотком. То есть я полностью оставила работу и отдельно набираю петли. Для завязки мне нужно набрать 40 петель примерно. Я делаю первую петельку. И вот такими накидами буду набирать вторая петля, третья петля, четвертая, пятая. То есть просто взяли ниточку, перекрутили и одели новую петлю. Шестая. Ниточку перекрутили, одели новую петлю. Седьмая, восьмая, девятая. И так набрать 40 петель на одну спицу. 40 петель на спицу набрала. Начинаю вязать петли по рисунку. Несколько петель провяжу ниточкой 2 сложения, чтобы зафиксировать ту ниточку. Итак, начинаем вязание с одной лицевой петли. Тянем обе ниточки. Затем одна изнаночная, лицевая и изнаночная. Уже достаточно много петель мы провязали. Оставляем вот этот конец нити и вяжем нитью от мотка. До конца ряда провязываем узором рис, затем будем поднимать петли для второй завязки. Довязала до конца и с другой стороны также подбираю 40 петель. Это 3, 4, 5 и так далее. Добрала петли, повернула работу и начинаем вязать по рисунку. Чтобы рисунок сохранился, мне нужно начать и с одной изнаночной петли. То есть нить перед вязанием, первую петлю я начинаю с одной изнаночной. Затем одна лицевая. Вот этот наборный край, минус его в том, что тяжело провязывать первый ряд. Одна лицевая, снова одна изнаночная. Одна лицевая. Если растягивать петли наборного края, легче будет провязать. Значит, вводим правую спицу, растянули петлю и провязали ее изнаночной. Снова ввели правую спицу в петлю, растянули, вот так повернули, чтобы провязать лицевой за переднюю стенку. Есть лицевая, ввели, растянули, провязали изнаночной. Довязала я все петли, поворачиваем работу и теперь вяжем в следующий ряд. То есть это будет второй ряд для завязок. Первая у меня лицевая, значит я ее провязываю изнаночной. Затем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, то есть так далее. Итак, нам нужно несколько рядов провязать еще узором рис. Трех рядов жемчужного узора для завязок вполне достаточно, значит я закрываю петли. Итак, снимаем первую петлю, вторую, она у нас изнаночная, провязываем лицевой петлей, затем первую перекидываем через вторую. Далее у нас одна лицевая петля, провязываем ее изнаночной петлей, затем предыдущую накидываем через вот эту новую провязанную. Изнаночной провязываем лицевой, первую петлю перекидываем через вторую. У нас лицевая, провязываем ее изнаночной петлей, перекидываем первую петлю через вторую. Одна лицевая, перекинуть первую петлю через вторую. То есть мы провязываем, получается, еще раз полностью рисунок рис. И плюс закрываем петли. Вот такой закрытый край получается. И так полностью закрыть все петли завязки, шапки и второй завязки. Последняя петля у меня по рисунку изнаночная петля. Провязываю изнаночной. Первую перекидываю через последнюю. Затем обрезаем ниточку. И конец нити затягиваем в последнюю петлю.
помощью крючка вот эти концы нити спрячем в полотно. Таким образом спрятать все концы нити и вот эти концы пообрезать. Готовы наши завязки, как и готова полностью шапочка. Теплая, двойная, на зиму. Спасибо большое! С вами была Школа вязания «Наша пряжа».